В обществе «Газпром Добыча Ямбург» прошло ежемесячное совещание по производственной безопасности. Специалисты по направлениям рассказали о состоянии условий охраны труда в структурных подразделениях, о промышленной и пожарной безопасности объектов компании. Доложили о контроле за безопасностью дорожного движения, обсудили поставку средств индивидуальной защиты, сообщили о реализации мероприятий по предотвращению травмирования работников из-за падений при передвижении. Работа по достижению целей производственной безопасности ведется непрерывно. В октябре у нас несчастных случаев, профзаболеваний, аварий, инцидентов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Зарегистрировано 4 происшествия, то есть 3 из них – это травмирование работников общества в период междусменного отдыха, это вахтовый персонал, и 1 микротравма.